Я вернулась на землю! Я свободна! Самое время поджечь несколько шоп! Я хотела бросить его на этом свидании, ты стерва! Последние новости. Злая инопланетная сука по имени Фрида собирается уничтожить город и испортить всем день. О, круто! Энтони, ты снова забыл вынести мусор? Отвали, пап, мы смотрим новости. Прости, я не заметил. Мой плохой пес! Весайд! Люди умирают, и это дикий отстой. Кто-то уничтожает город! Альфа, мы снова должны найти одиноких молодых людей, чтобы всех спасти. Как насчет вот этих? Какие-то ебаные неудачники? Но неважно, любые подойдут. Кто тут хочет пицца-роллы? Я! Зордан? Альфа, мои пиццероллы! Прости, я должен был телепортировать их все в рот. И Альфа, откуда, блядь, этот старик? Я так же крут, как и молодые. Я слушаю One Direction, и я люблю Скулекса. Пап, прекращай. Он Скриликс, ебаный ты дурак. Как-то не было, Трэм, нужно кое-что сделать. Стой! Ты сделаешь из нас могучих рейнджеров? Пауэрренджеров не существует, тупой кретин. Я сделаю из вас пауэр-животных рейнджеров. Что? Звучит тупо. Звучит потрясно. А что для этого надо сначала? Сначала вы возьмете тяжелую ответственность и силы животных. И вы должны будете использовать эти силы животных в тяжелой битве против зла. Клево! Моя сила животных — это крыса! Это чихуахуа, долбанный ты дурак! Потрясающие футболки! И как, черт возьми, это будет давать нам силу? Думайте, что хотите, но я просто плавающая голова. А теперь проваливать и бороться! Как думаешь, они победят Фриду? Да. Эти трое ебаные. Сейчас же остановись, Фрида, или нам придется самим это сделать. У меня тоже есть сила могучих животных рейнджеров. Я корова, и я делаю... Я кролик, и я энергично горячо рвусь в бой. Я пенис, и я делаю... Еще раз, ты петух, чувак. Окей, ребят, время использовать свою силу. Царапание котенка способность. Есть как свинья, атака. Ой! Чихуахуа грызть лодыжки, атака. Чёртовы наркоманы! Чтобы вы не смогли победить меня, я стану как 50-этажный дом! Быстро, рейнджеры, собирайтесь в Мегазорда! Мы можем быть Мегазордом? Да, почему сразу не могли это использовать и раздавить их всех до одного? Потому что это шоу тогда длилось бы 2 минуты? Просто берите этого чертова Мегазорда! Отлично! Окей, ребят, сделаем это! Стой! Твоя свинья должна быть на голове, Мегазорд, этот идиот! Давайте попробуем ее перецепить! Вы тупые идиоты, даже не можете управиться с Мегазордом! Скинь свою тупую свинью с его робо-хера! Я пытаюсь! Нам нужно покрутиться, ребят. Что ты пытаешься сделать? Ты все равно не сможешь меня победить. Да! Мы убили Фриду! Спасибо, моя херам шлепанье способность. Мы действительно надрали ей задницу. Правда, пацаны?
Поздравляю, вы спасли город, могучие животные рейнджеры. Спасибо, что верил в нас, Зордан. Оу. Я никогда не верил. А я да. Я всегда верил в тебя, Энтони. Оу! Какого черта, мужик, я не делаю этого с роботами. Я не робот. Я карлик. Тогда это даже неплохо. Перевод и озвучка Виски. Не забудь добавить это видео к себе, так что по нашей группе Смош ВКонтакте vk.com/Смош. Ссылки есть в описании. Блин, я так долго не хотел озвучивать эту серию, и она оказалась такой прикольной. Ага.